Так, курс 0,90. Ага, ставлю. Скорость 230. Ну все. Выставил. Так, скорость 230 поставил. А топливо что? Топливо 50% у меня, чтобы плавно взлетать. Ноль по центру, по 50% в каждом крыле. Так, по топливу. Хорошо. Тангаж 1,5%. Но это не очень важно. Автопилот включен на высоте и на курсе. Подготовлен. У меня тангаж. А сейчас выставлю 1,5. Да, сейчас мы, конечно, начудим, но... А что у меня тангаж не вставляется? Ну, вообще у меня 15,8%. Автопилот проверь, может, включился автопилот, проверь. Обычно, когда ты выставляешь автопилот, и он включенный, проверь автопилот, включен у тебя или отключен? Нет, отключен. Пережми его. Пробуй крутить. 15% или 1,5? Точечку. А сейчас сделал, что было? Сейчас сделаю 1,5. А что было? Что ты обнаружил? Какая проблема? В чем проблема? Пилотик. Автопилотик? Что-то у тебя кнопочка. А, во. Так, значит, Z помнишь нажать. Взлетаем, убираем шасси и сразу нажимаем автопилот. Понял? Ага, только я тебя не вижу. Где? Я сзади, за тобой, прям сразу. С одной полосы взлетаем. Испытательным полетом. Видишь меня? Ты вот где? Я сказал сзади. Сейчас, подожди, я тоже запись нажму. Так, закрылки 5. Закрылки 5. Проверяем. Тангаж 1,5. Тангаж 1,5. Закрылки 5. Закрылки 5. Автотормоза РТО. РТО. Курс посадки 263. 263. Скорость полета 230. 230. Курс полета 0,90. 0,90. Высота 9000. 9000. Высота подъема 1000. 1000. Взлеты готовы. По команде. Взлетай. Отставить. Что такое? Что у тебя по приборам
отображение МФД, что стоит? В МФД? Да. А где у него? Ну, второй прибор, ёлки-палки, ну, дисплей, многофункциональный дисплей, что у тебя на нем? В каком? В ГВС или в Тарака? Вторая. Ну, где курса? Курсовой. Не понимаю. Курсовой. Курс, где у тебя показывается. Ну, курс у меня 0,9,0. Нет. Прибор. Дисплей. Дисплей. Дисплей стоит 239 000 29,91. Вот ты его сделал, как вчера мы делали, я об этом тебя спрашиваю. Как вчера у нас было, или ты сделал как сегодня? Переключал ли ты его на нужные функции? Ничего не понял. Блинский. Курсовой дисплей вчерашний, помнишь? Где отображается дальний привод, ближний привод. Сделай как вчера, пожалуйста. А я не помню, как ты делал. Значит, нажимаешь на кнопочку, которая под ним, над ним отображение в центр под названием CTR. Где вор, ну... CTR чё? На приборе автопилота, на автопилоте, самое крайнее окно, переключатель CTR, левый, крайний, где есть переключатель вор, ADF, два штуки, где есть переключатель радио, баро, есть переключатель, ты его нажми по центру, у тебя должно измениться, так, циферблат GPS появиться, 0, циферблат 0, должен, 1, вор, 2. По центру прям нажми, не влево, не вправо, а по центру, нажал, должен круглый циферблат получиться, да, получился, да. Теперь поставь влево или вправо на вор. Должно быть написано режим СИ вор. Влево и вправо. Его же влево или вправо, плюсиком или минусиком? У меня в левом нижнем вор 1, в правом нижнем вор 2. Вор 1. Ну где? Да хоть в самый низ, где это появится глиссада, туда, в самый низ переключай. А, погоди, ты что ты переключаешь? Эту же крутилку только нужно не по центру нажать, а влево нажать один раз. Из map переключить в вор. Видишь, там написано над этим APP, WAR, MAP и PLN. Тебе надо на WAR его поставить. У тебя сейчас круглый дисплей на... WAR стоит. У тебя должно быть отображаться стрелка WAR 1 синяя, стрелка WAR 2 зеленая. Отображается у тебя? У меня голубая. Голубая. Курс на 90. Правильно, все, отлично. Теперь поставь дальний привод, настрой 169. Ближний привод 169. Ближний привод 169, ну где это? Ближний привод где настраивается? Ты чего? Ну, в графе ADF, УВД. Ага, хорошо, ладно. F2 нажми. Выскочило окно УВД? Shift 2, да, Shift 2, извиняюсь, Shift 2, ага. И в самом низу, где много, ну, ADF где? 169. Сколько? 169.0. Есть. Должна, так, хорошо, теперь туда же, где ты ставил циферблат, левый переключатель поставь из вор на ADF1, переключатель поставь, левый. Угу. Должна у тебя синенькая стрелка уже среагировать. Да, она показывает почти куда курс. Да, вот, все. Второй переключатель, где вор 2, поставь посередине, он нам не будет, чтобы он нам не мешался. Его нету. Все, теперь смотри. Как только мы взлетаем, вот все настроили. Как только мы взлетаем, убираем шасси тут же и тут же нажимаем кнопочку Z и переходим в режим автопилота. Мы летим на курс 90, и когда только мы приближаемся к курсу 90, где-то заблаговременно, выправляем на синенькую стрелку оба. Понял? Когда мы развернулись, потом правим
фидинг на синенькую стрелку. Короче, грубо говоря, ты должен идти курсом 0.3.0. Если ты сейчас сделаешь 0.3.0, то ты поворот будешь вправо. Но нам надо поворот влево. Левый разворот. Понимаешь? Поэтому мы сейчас поставили курс 9. Ну, 9.0. 900. 90. Как только мы начнем разворачиваться более-менее достаточно, мы должны с тобой повернуть. Короче, хоть сейчас поставь прям курс на дальний, на ближний привод. Можешь прямо сейчас. Вот крути на синенькую стрелку. 0.3.0 получается, получается где-то 100. 100, но он же будет меняться, пока мы летим. Ты должен его будешь курсом догонять, понял? Ну я понял, все. Мы должны на него выйти, именно на эту синенькую, ровненько. Понял? Все понятно. Когда мы ее проходим, по команде курс на север. Ясно? Ясно. Теперь на взлет. На тормозах разгоняемся и на взлет. Поехало. Вперед. Я за тобой прям сразу. Давай подъем. Шасси, автопилот, скорость. Хорошо. Должно включено быть автопилот, высота, курс, скорость. Ты можешь ничего не говорить, сразу курсом подравнивай к синенькую, лови ее все время, она должна, ты ее должен все время держать. Блин, у меня разворот круче, чем твой. Ты ушел у меня. Я буду впереди. Вертикалка маловатая. Пойдет. Держи, держи. А, у тебя горы выше. Курс, курс. Подправляй курс на синенькую все время. На ближний привод. Я у тебя должен уже справа быть. Слева. Впереди слева. Я иду. Видишь ты меня? Очень прикольно, кстати. Вижу, вижу. Все, следи за мной теперь. Можешь догнать курс 240. Ну, чуть прибавь газку, догнать можешь меня попробовать. Поближе. Хорошо. Смотришь, как у меня выглядит. Не забудь поправлять все время курс. Мы должны выйти на игру, то есть на речку. Инструктор здесь до конца не настроил. Ну ладно, так, поправляем. Поворачивай, поворачивай и на нуле останавливайся. Понял? Курс ноль. Отлично, почти одновременно. Слушай, у тебя что-то, знаешь, почему так получилось? У тебя угол поворота 25 градусов, а у меня 30 угол разворота на автопилоте. Понял? И ты сделал большой круг, а я маленький. Я не менял курс. Надо было проверить. Я, вернее, угол крена не менял. У тебя, может, 25, у меня 30, но почему-то вот такая разница. Ну ладно, догоняй меня потихоньку, чуть повысь скорость. У меня тоже запись идет. Видишь, у меня еще открыто, но я тебя вижу. У тебя-то я посмотрел по видео, у тебя включены эти надписи, а я отключаю, чтобы ролики снимать, но я тебя вижу. Курс, а, пошел, я... Да? Все, 0.0.0. Курс по нулям или 360, как у тебя, не знаю. Догоняй меня. Догоняю. Потихонечку, а потом выравнивай со мной скорость. Данная скорость у меня на... Shift Z составляет 230 узлов.
На приборной панели 230 стоит. Ты можешь 240 и потихоньку догонять. Закрылки я забыл убрать. Бля. Меня теперь сожрут. За то, что я закрылки не убрал. 240 выставил, даже 245 поставлю сейчас. Давай, давай, хоть 250, догоняй потихонечку, догоняй. Пока у нас хорошо идет. Два больших самолета, идем мы. Хорошо. Хорошо. У меня высота 600, 650. 600, что? 6. Я чуть ниже тебя. Я же позже взлетал. 6200. 6250. 6300. Ты, да, чуть выше меня. Ну не страшно, мы выровняемся сейчас. Хорошо идем. Речка слева. Можешь посмотреть красоты. Плохо видно ее, но видно. Так, пока летишь, можешь меня настроить по правой кнопкой мышки. Хорошо. Настраивай ИЛС посадки. У меня какую будем сажать тебя? На какую полосу? Ты садись тогда, не знаю. Просто я... налево, путь направо. Смотри, у меня уже настроено 110.9.0. Ты на новую, я на старую тогда. Хорошо, давай. Кто садится на новую, тот должен идти впереди. Я, наверное, сейчас при повороте буду первым. Погоди, два поворота. Нас ждет три поворота. Ты впереди будешь 100%. Ага. Первый поворот, ты вперед улетаешь. Второй поворот, я вперед улетаю. Третий поворот, ты вперед. Меняемся. Я 1-0-3-0. Ты 1-1-0-9-0. Настраивай. То есть я 1-9. Ты на 9. Да-да, на 90. 110-90. F2, Shift 2. И настраивай. Так, теперь я прошу тебя на 2D панели. Проверь, пожалуйста, какой угол разворота у тебя стоит. У меня крен 30. Сейчас. У меня тоже 30. Точно 30? У тебя не высвечивается? Высвечивается у меня. Крен, предварительный крен 30 градусов. Точно 30? А, высвечивается? Все, 30 градусов. Отлично. Все, летим, продолжаем полет, следим друг за друга, готовимся к повороту на курс 0.9.0. О, вижу тебя, вижу. Так, скорость сбавляем. Сбавляй. Ищу тебя, где ты там есть. Я тебя не вижу. Да ладно. Влево посмотреть. Я выровнялся с тобой. Бросил до 230. Ха-ха, вижу. Да. Я опять буду впереди. Прикольно. Слушай, я с кабины даже, наверное, увижу тебя. Прикольно. Тихо. Ага, вижу с кабины. Блин, красота. Вот он онлайн. Так, скидывай скорость, ты обгоняешь. Скидываю. Интерцепторами. 225. Интерцепторами притормаживаю. Все, хорош. Так, сейчас скинешь скорость на повороте. Разворачиваемся. 225. Внимание! Разворот. Курс 0.9.0. 0.9.0. Не, разворачивайся уже. Я не вижу, чтобы ты разворачивался. Вижу. Отлично. Пока все хорошо. А куда он уже пошел на 0.9.0? Он не пошел 0.9.0. Курс 90. Курс 90. 0.9.0. Курс 90. Вот теперь пошел.
Скорость ставь 250, 240. 225. А у меня 240. Ёлки-палки. Ставь 250. Будешь рядом со мной. Ты отставал. Да ты поздно начал поворачивать на курс 090. Я все четко начал поворачивать. Ну, по видео увидишь, что я раньше пошел. Сейчас мы выровняемся, фигня. Мы сейчас сделаем что? Мы сейчас спустимся, ну, повернем. Ты начнешь первый поворачивать. Я когда увижу, что ты начнешь поворачивать, я тоже начну поворачивать. О, обгоняешь меня. Я уже скоро с окна тебя увижу. Где ты там? Все равно классно. Вижу тебя. Видишь? Я. Я справа. В правом окне, если ты нажмешь правой кнопкой мышки сетевая игра и на меня, то ты увидишь меня в окно из кабины. А, вижу. Далеко, да. Сейчас при развороте мы сблизимся. Ну что ж. Разворачиваемся. Курс 1.8.0. Смотрю на тебя, как ты начнешь. 1.8.0. Разворачивайся. Пошел разворачиваться? Да. Отлично. Уже давно завернул. Сейчас ты сблизишься со мной. Ты должен уже впереди меня видеть. Точку. Ну какую точку? Ты уже все больше и больше становишься. Не понял. 67, 68, 1.8.0. Отлично. Хорошо. Так, теперь вызывай Shift 2. 349 ставь. Что делать? Shift 2 вызывай 349. Дальний привод. А, все ставлю. Ну и будем заходить на посадку. Сейчас будем снижаться до 5000. Из 5000 на посадку. Ты на свою полосу, я на свою. Все. Вижу. Что, идем уже по синенькой стрелке? Нет. Мы пойдем по синенькой стрелке, только тогда начнем спускаться, когда синенькая стрелка приблизится к курсу 24. 240. Понял? Все, понял. Как приблизиться к 240, я скомандую снижение до 5000. Снижаться будем как есть, без всяких заморочек. Вижу тебя слева. Так, а что ж нам сделать? Почему у нас такой... Я резче поворачиваю. Хотя у меня 20 стоит. Поставить 25. Ладно, в следующий раз. Почему-то у меня 30, но я поворачиваю резче, чем ты. Хорошо. А я тебя вижу только, по-моему, на втором пилоте. Вижу втором пилоте? Нет, не вижу на втором пилоте. Жалко.
Стрелка приближается к 24. Начинаем снижение. Высота 5000. Поехали. 5000. Ворлок, нажми сразу. У меня глиссада пошла вверх. Я уже к глиссаде. Сейчас посмотрим. У меня еще нету. Сейчас появится. Скорость какая? Как была 230, так и есть. А я 250 иду. Хорошо, иди дальше. Догоняй меня постепенно. Короче, Глеб, меняемся местами. Я беру, ты берешь правую полосу, понял? Да-да. Какая она у нас на циферблате? Правая, 119. Все, так у нас и есть, отлично. А я левую, хорошо. Ну все, идем дальше. Теперь поворачиваем курс 220. 220. Ха-ха, прикольно. Блин, чуть бы поближе был бы ты, было бы еще лучше. Но сейчас мы сблизимся, фигня. Скорость 212. Захват произошел у меня. Жди захват теперь, Илса. Доложишь, когда захват Илса пробудет. Еще нету пока. У меня уже есть, я уже захватил Илса. На 5000 выравниваюсь. Закрылочки 2. Так, дальше уже, как захватишь Илс, все, идем самостоятельно. Угу. Захватил? Нет еще. Ворлок включен? Включен. Хорошо, идем. Сближаемся, кстати. Сближаемся до какого? Мы с тобой сближаемся. А, сближаемся. А, да, вижу тебя, вижу по левому борту. Ползет. Ползет, ползет. Главное, чтобы ты захватил глиссаду и чтобы мы не столкнулись. Так, у второго пилота я тебя вижу, интересно. Ты уже по курсу идешь, видишь, а я это... Почему-то я тебя второго... Ничего, ничего, а что теперь делать? Я тебя из окна второго пилота не вижу, очень жалко. Ты прямо мне на перерез идешь. Нормально, нормально, ты сейчас... Отлично, все. Все хорошо. Я конючки яркие поставил, они у тебя тоже теперь моргают. Такие у всех самолетов. Просто прямо на фоне солнышка. Запишется видео, наверное. Загружу. Бля, не просрать бы. Так, включаю захват глиссады. Уже включаю захват глиссады. У меня глиссада пошла. Я тоже. Классно. Ты, у тебя видео лучше получится, потому что я у тебя все время моргаю перед глазами и очень близко сейчас нахожусь. Все, я глиссаду поймал, снижаю скорость до 135. Тоже поймал. Давай 140. Давай. На 140 пойдем. И потихонечку шасси, закрылки и все такое шасси, прочее. Прикольно, бля. Вообще классно. Сервер онлайн все-таки лучше, чем
соло летать. Я не вижу тебя, огни включены, не? Интерцептор, ты уже на посадке, я тебя вижу впереди. Да, я уже на посадке. Ты еще нет? Глиссаду не поймал? Я глиссаду поймал, иду потихоньку. Отлично, все. Выпускаю шасси. Я выпустил шасси. Нормально, нормально, ты чё? Все хорошо. Я тебя вижу, ты меня видишь. Разве плохо? Это же два больших самолета. Ага. Выпускаю закрылки. Скорость 170. Ты попозже немножко, чтобы сблизиться еще ближе. Я уже выпустился. У меня уже скорость 140 узлов. Хорошо. Сближаемся. Блин, как они с аэропорта смотрятся хорошо, вдвоем прям. Ну, повторчик можно будет посмотреть потом. Не будет повторчика. А вот у меня-то я сейчас сделаю, будет повтор, сейчас подожди. Давай. Я на видео сниму зато. У меня будет через FS-рекордер, там он трафик записывает весь, поэтому ты должен быть. Хорошо, идем. Посадка будет идеальная. Не забудь отключить автопилот и удержание скорости. Ага. А то уйдешь на второй круг. Ага. Ты на мою полосу, по-моему, идешь. Нет, я на правую. Точно? Ну, я когда смотрю с этого, ну, дай бог памяти, как он? А, вижу, ты моргаешь. Когда смотришь с вышки, совсем по-другому кажется. Как будто ты идешь вместе со мной. Классно. Отлично, хорошо, вообще классно. Уже видишь. Есть лед. Да, немножко есть, согласен. На параде потом будем. Ну что, я почти касаюсь. Я тоже. Высота. Так. У меня еще две высоты. Ну, почти сажусь. Подхожу. Вижу. Сейчас будет посадка. Давай, 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 сажай. Козла поймал. Тормози. Все шикарно. Почему этот дефолт вообще не слушается, а? Я сел идеально, увидишь на видео по дефолту, вообще классно. Сноровочку потерял. Он ни руля не слушается, ничего, все отключено. Точно автопилот отключен? Скорость не отключил, вижу. И не сбросил, рут не сбросил. Рут сбрось. Садится, потом уже криво и не слушается джойстика вообще. Значит, у тебя автопилот, ты не выключил автопилот.